В этом видео покажу свой личный метод, как без фотошопа сделать глянцевый журнал. Я это делаю на принципе лего-фигурки. Показываю, как очень красиво получится обложка журнала. Итак, это все те же функции. Удалить цвет. Перед тем, чтобы положить этот журнал, его нужно в определенной программе сделать по шаблону. Как сделать? Просто в поиске Google пишите сделать обложку журнала онлайн. И там можете поиграться. Кто не может найти программу эту онлайн, можете написать в комментариях, и я вам дам ссылочку. А нет, тогда пишите мне в одну из соцсетей, которые указаны в описании. И там покажу, как нужно сделать сам прозрачный фон этих букв, чтобы их можно было наложить уже сверху на фото. И, как я сейчас делаю, растягиваю фотографию, и что получилось. А если вы не хотите заморачиваться, такие онлайн-сервисы есть. Вы просто вставляете свою фотку, и от фонаря для себя, там, для какой-нибудь вечеринки какой-нибудь там. И вы хотите, чтобы определенные буквы были, то попробуйте, поищите на онлайн-сервисах. И найдете такой сайт, который поможет вам еще не только сделать фон прозрачным, но еще и сделать буквы прозрачными. Как я это делаю? Я делаю просто. Нашел онлайн-сервис. В онлайн-сервисе взял, написал все, что мне нужно. Поубирал весь фон, оставил черный. Ну, белый, черный. Но если буквы белые, то фон оставил черный. Преимущественно. Потом в программе Paint взял, удалил задний фон. Фон удалил. И вот получается у меня что такое. И вот я сейчас подтягиваю фигурку и делаю как максимум, чтобы просто было идеально похоже на глянцевый журнал. Вот примерно так. Так, вот я на весь экран увеличил. И теперь скрин программой. Без фотошопа. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел журнал погулять. Все, вот он в скрине. Готовое. Осталось только его сохранить. И все, у меня готовая обложка журнала. Можно теперь распечатывать. Ну, в моем случае клеить на какую-то фигурку. Ну, на какую-то детальку лего. И все будет идеально.